сочинял сапожник песню целый день. Их сегодня сочиняют все, кому не лень. Он за это дело взялся в первый раз. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо переживать, только не надо перебивать. Быть может, выйдет, а может, нет. Новая песня вместо штрибля на 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 на. А может, муза ему дана, и новый хит будет петь стана. Такой много разных, если. А если он второй Элвис Пресли? Не судите, очень строго он такой. Наилучший он сапожник, парень неплохой. Но попал в течение моды он как раз. Ну не факт, что сейчас. Удивить хотел, наверное, нас. Только не надо переживать, только не надо перебивать. Быть может, выйдет, а может, нет.